Может быть, на Кубу? А давай на Кубу. Или во Владивосток? Или во Владивосток. А давай в Париж? А давай в Париж. Слушай, да с нашим международным дипломом МС можно хоть в России работать, хоть за границей. Да и петь. Студенты МС могут получить международное приложение к диплому. Благодаря диплому Supplement студенты МС могут продолжить свое обучение за рубежом в вузах или колледжах, трудоустроиться за границей или начать свою работу в представительствах иностранных компаний в России. И что я буду в твоем Тегеране носить?